На 8 березня чоловіки завжди купують квіти. Тому команда інформаційного агентства «Інформбюро» вирішила дізнатися, скільки буде коштувати порадувати дорогих жінок. Это польский тюльпанчик, такой по 25 гривен. Весь остальной наш местный, тоже с голландской луковицы, по 30 гривен. Ириски по 25, это тоже весенние цветочки. Хорошо стоят, раскрываются красиво. 25-30. Ага. Ириски 25. Но, допустим, польский стоит 25, а голландский 30, он высокий. Ириски тоже 25. Но в этом году погода помешала, послабже торговля. По 50 гривен, тюльпан 25 гривен. И гиацинт 50 гривен. Один тюльпан 25 гривен. Ну и там есть помаленькие по 20 гривен. Вот примула 60 гривен. Ага. А тюльпанчик? А тюльпанчик и 70 гривен букетик. Ну то есть 23 приблизительно 3 гривен. Найдешевший. Если есть маленький, там, может, там 50 гривен букетик. Я все сразу делаю, потому что у меня худшие нет, так, поэтому я частями сапожу. Ну, в данный момент сейчас лучше больше. Пользуется больше спросом тюльпаны и ирисы, потому что это весенние цветы, мимоза такое. Ну, а все остальное уже там по желанию, и все зависит от клиента, от вкусов, от всего. Завтра подорожшая цена на тюльпаны? Нет, это уже, да, такая окончательная. Самая маленькая цена яка? 25. Самого. Свежий, хороший 25. Если там будут предлагать дешевле, это тюльпан уже не свежий. И самая велика? Ну, 30. Если, может быть, сорта хорошая длинная ножка, может быть, и до 30, до 40 доходить, но у нас нету таких в этом году. Расскажите, кто найчастіше купує квіти, чоловіки чи жінки? Конечно, чоловіки. Да, женщин больше, чем мужчин, да. Но сейчас именно мужчины. Не знаю, у меня, наверное, больше женщины. Сегодня все покупают. И женщины, и мужчины, и дети все покупают. Наплыва такого не было. Да. Обычный торговый день. Якщо зрівняти з минулим роком? Конечно, меньше. И сыграли очень много погодные условия. Чем больше солнышко, чем лучше погода, тем лучше люди покупают цветы. Это уже закономерность. Любимой жене, Валечке, поздравить завтра с 8 марта. Выбирайте, пожалуйста, свежий тюльпанчик.